Ну что, дорогие мои, давайте с вами начинать и нашу рубрику «Обувь». И мы сегодня с вами представляем главное предложение дня, которое мы так давно ждали. Это обувь, которая обязательно позаботится о вашем ярком летнем образе, также и осеннем. И, конечно же, уже сегодня по цене товара дня. Ну что, давайте с вами начинать, потому что у нас великолепная коллекция. Еще раз хочу сказать, летние дизайнерские слиперы из натуральной кожи производства Турции придают вашему образу женственный и необычный характер. Это дизайн, специально созданный для вас, в расцветках, которые идеально дополняют морской и кажуальный образ. Качество, мягкость, от которых вы будете в восторге. Уникальная анатомическая стелька, которая располагается у нас внутри. Она действительно очень удобная. Это стелька, которая у нас имеет различные рельефы. Давайте на нее тоже посмотрим. Эти рельефы здесь располагаются не просто так. Эти рельефы у нас специально сделаны для того, чтобы вы чувствовали себя максимально комфортно. Смотрите, у нас здесь есть усиленная пяточная зона, у нас здесь с вами есть метатарсальный валик. И эта стелька придает мягкости при каждом шаге. Долгие прогулки на свежем воздухе становятся максимально комфортными. Вам удобно, как в мягких домашних тапочках. И все это благодаря стельке. Теперь хочу еще с вами поговорить про конструкцию. Эта конструкция у нас выполнена, давайте вот таким образом, да, сейчас подставлю. Смотрите, у нас конструкция, которая с двумя эластичными вставками, с наружной и с внутренней стороны. Облегченная подошва придаст вашей походке легкость, позаботиться о приятных ощущениях при каждом шаге, поездки, прогулки на природе или в городе, в любой ситуации вы ощущаете комфорт с самого утра и до вечера. И все это благодаря нашим слиперам, которые называются Holly. Ну, теперь давайте поговорим с вами про наши цветовые решения. Благо, у нас их несколько, и вы можете для себя подобрать. Итак, первый цвет, который мы с вами смотрим, красный прекрасный, который идеально комбинируется с белыми вставками, с синими вставками. Сразу хочу вас предупредить, красного цвета у нас меньше всего, поэтому, пожалуйста, если вы уже успели влюбиться в этот цвет, то вам нужно поторопиться. Далее мы с вами рассмотрим синий цвет, да, вот именно то, о чем я говорила. Морской прекрасный стиль дополнит кэжуальный стиль, и вообще, благодаря вот этим ярким вставкам, будет прекрасно вписываться в любой образ. Теперь посмотрите на этот прекрасный белый, да, насколько он яркий, и также насколько он контрастный. И плюс ко всему у нас есть еще базовый черный, но вот здесь уже он более такой контрастный, потому что вставки у нас чисто белого цвета, идеально контактирующий именно с белой подошвой. Так, теперь давайте поговорим с вами про размерную сетку. Она у нас с 36 по 41. Маломерят на размер, я буду рекомендовать вам выбирать на один размерчик больше, и давайте с вами сделаем, наверное, замер, чтобы вы, дорогие мои, убедились, что да, лучше взять на размерчик больше. Итак, вы видите, я беру полупару 39 размера, вот даже здесь очень хорошо, отчетливо видно на подошве, и вот теперь 39, он у нас, по идее, должен быть 250 миллиметров, это должна быть линейка, длина по стельке. Итак, я беру свою линеечку, да, смотрим, ставлю у нас в самом начале пальчиков и до пяточной зоны, и давайте посмотрим, что мы с вами здесь видим. Мы здесь с вами видим 245 миллиметров длина стельки, а должна быть 250. Именно это нам говорит о том, что нам лучше с вами взять на один размерчик больше. У нас подготовлена для вас специальная таблица, по которой вы можете свериться, да, и выбрать свой размер. Как я вам и говорила, 39 это 250 миллиметров, выбираете для себя на один размерчик больше. А теперь давайте с вами вспомним, что все-таки, да, это наш бренд Франческо Фиоре, который выполнил эту коллекцию на одной из лучших фабрик Турции. Представьте себе, эта фабрика одна из самых древнейших на территории Турции. Она у нас более 30 лет уже функционирует, полностью автоматизирована, действительно невероятно дорогое, да, и качественное оборудование используют для производства наших коллекций. И тут сразу же хочется вот логично перейти на натуральную кожу, потому что натуральная кожа, производство Турции, само по себе бренд. Сказать, что ремесло кожевника
И также, да, вот в Турции это одно из самых, наверное, и престижных, ну и самых лучших ремесел, потому что обувь выполнена из натуральной кожи Турции, это действительно и мягкость, это эластичность. Практически в любом районе Турции активно развивается животноводство, именно поэтому производство кожи также очень активно развивается. И эта кожа является одной из самых лучших по своим именно эластичным качествам, по своим цветовым решениям, потому что в основе своей это, конечно, уже у нас кожа натурального дубления. Так, теперь давайте хочу вам напомнить, что у нас, во-первых, цена на главное предложение дня сегодня 2999 рублей. У нас уже с вами одно из самых популярных предложений, это именно слиперы, которые красного цвета. Вы помните, я вас предупреждала, что у нас красный цвет в самом ограниченном количестве. Поэтому я буду вам рекомендовать. Пожалуйста, дорогие мои, успевайте. Шикарные слиперы. Вот нам уже даже поступают отзывы от наших дорогих телезрительниц. Пишет Полина Игоревна из Ижевска. Я уже несколько сезонов подряд покупаю обувь для себя только на вашем канале. Спасибо вам большое за такой хороший выбор обуви и ценные рекомендации. После вас. Так, давайте посмотрим дальше. Мне просто не нравится ходить в обычные магазины. Слушаю вас внимательно, мне все подходит. Спасибо огромное, наши дорогие телезрительницы. Итак, давайте я вам сейчас расскажу, внесу свое экспертное мнение про стельку, которая у нас внутри. Во-первых, смотрите, стелечку вы всегда можете достать, что тоже очень удобно. Теперь мы с вами рассмотрим саму конструкцию. Сама стелька у нас с вами обладает вот такими рельефами. Усиленная пяточная зона, очень комфортно будет снимать ударную нагрузку с вашей пяточки, потому что вся ударная нагрузка, да, я напомню, это более 60% веса вашего тела идет именно сюда. Дальше мы с вами видим, что здесь есть специальный так называемый метатарсальный валик. Для чего он нам нужен? Это профилактика плоскостопия, это поддержка свода стопы, ну и также еще прекрасный пяточный амортизатор, который уменьшает ударную нагрузку. Теперь давайте с вами еще раз вспомним про какие же цвета вы можете для себя купить. Красный, синий. Дальше мы с вами посмотрим на белый цвет, который Женя выбирает для себя. И плюс еще черный цвет. 2999 рублей. Я напомню, у нас уникальный час, который никогда уже не повторится.